друзья! В эфире «Школьные новости». И с вами снова я, Святослав Чумаченко и Валя. Мы уже в прямом эфире. О чем ты мечтаешь? Мечтаю о том, чтобы каникулы длились весь год. А я немного устал отдыхать. Не верю. Каникулы – это же здорово! Давай проведем опрос. Каникулы – тяжкий труд или веселый отдых? Ребята, вы хорошо отдохнули в каникулы? Да! А кто из вас скучал по школе? Я! Спасибо! Мне подсказали дают подруги. Побываю я на зеленом юге. Мне ночами постоянно снится танцевально-золотая заграница. Ничего мне не надо, кроме южных страстей. Лягушачья лампада приглашает гостей. Ля-ля-ля, ху-ху-ху, ша-ша-ша-ча-ча, лягушачья. Получается, что вы, ребята, весело провели время. Но соскучились по школе, друзьям, и готовы вновь окунуться в интересную школьную жизнь. Желаем новых побед и удивительных открытий. С 21 ноября начинаются директорские контрольные срезы. Еще есть время для подготовки. Желаем удачи! Хорошая новость! Дед Мороз уже разносит елки. А это значит, скоро Новый год! Открывается мастерская Деда Мороза. И объявляется традиционный конкурс на лучшие новогодние украшения. Конкурсы газет и рисунков. Новый год идет, он шагает по планете. Новый год идет, мы его с тобой встретим. И спешат часы, старый год давай забудем. Новый год идет, и надежду дарит людям. Школьной газеты. Вас ждет много интересных материалов. Не пропустите, тираж ограничен. 25 ноября в школе состоится первый тур увлекательного шоу «Минута славы». Заявки на участие принимает Ирина Анатольевна до 22 ноября. Не упустите свои минуты славы. На сегодня все новости. До встречи в эфире. Пока!